Привет, интернет! В этот раз мы сэкономим бензин и не поедем далеко. Иногда можно и нужно просто посмотреть вокруг себя, чтобы увидеть что-нибудь интересное. Я давно смотрю на усадьбу в Муромцево и даже бывал там, но никто мне никогда так и ничего и не рассказал о ней. Домыслов и предположений мне оказалось мало, поэтому я решил воспользоваться экскурсией Владимира Суздальского музея-заповедника, чтобы услышать все своими ушами от профессионалов. Итак, начнем. Усадьба Владимира Семеновича Храповицкого расположена в 36 километрах от города Владимира за городом Судогдой. Если дорога чистая, то до места можно добраться очень быстро. Проехав мост в Судогде, автовокзал и новый ледовый дворец имени Рагулина, нужно повернуть направо, в район Красный Химик. После футбольного поля в этом районе держаться правее и съехать с главной дороги к Дому культуры. Тут оставляем своего железного коня и начинаем наше пешее путешествие. Маршрут также доступен и для поездки на общественном транспорте. Автобусы из Владимира до Судогды ходят регулярно, а билет стоит чуть больше 100 рублей. Приехав на место, мы попадаем на хоздвор, где располагаются флигель, конюшни и каретный двор. В конце 19-го, начало 20 века в Муромцево был создан уникальный архитектурно-парковый ансамбль. Схема всех построек воссоздана в визит-центре, где можно заказать экскурсию, прикупить сувенир и даже задать вопрос, как пройти к замку для самостоятельного изучения.
конюшнях Храповицкого находились лучшие скакуны известных коннозаводчиков Петрова-Соколова, Головина и Шереметьева. Численность стада крупного рогатого скота переваливала за сотню. Огромный двор предназначался для разведения птицы, любительницей которой была хозяйка. За разведение гусей китайской породы Храповицкому была присуждена серебряная медаль Министерства земледелия. Каретный двор был рассчитан на большое число гостей, а также конных экипажей, дрожек, колясок и саней самого Владимира Семеновича. Говорят, что в каретном дворе даже размещались одни из первых автомобилей Владимирской области, и почти их половина принадлежала именно Храповицкому. Если я правильно услышал из экскурсии, в 1910 году в области всего было около 15 машин, и 6 из них находились именно здесь. И это были иномарки из США и Европы. Представляют интерес и сохранившиеся металлические ворота. Если присмотреться не только к украшениям, то можно обнаружить, что их основа сделана из узкоколейных рельс, а на них сохранилась маркировка «Завод Круппа», а с обратной стороны «Город Оснобрюк». Истинной страстью Владимира Храповицкого оставался парк, сады и оранжереи. Высаживались редкие цветы, кусты и деревья. Строились оранжереи как встарь, но в них многое уже делалось специалистами-садоводами. Круглый год персики, французские сливы и другие редкие фрукты из оранжереи Храповицкого поставлялись в Москву и Санкт-Петербург. Отовсюду в Муромцево присылали саженцы, вишни, крыжовника, яблони, груши, слива, жимолости, персика, винограда, а также семена, луковицы, рассаду, роз, лилий, тюльпанов, нарциссов, гладиолусов. В дендрарии росли сотни пород деревьев. Крупнейшие садовники того времени – Энки, Регель, Куфель, Тюрмер – блестящие созвездия имен наносят свои мазки на полотно усадьбы. Храм святой мученицы царицы Александры Римской также был выстроен по желанию и на средства хозяина усадьбы. Он позаботился не только о внешнем виде, но и о его внутреннем обустройстве. Вся напрестольная утварь была заказана поставщику императорского дворца, господину Фаберже. Плотницко-столярная мастерская Медведева изготовила иконостас с иконами художественной работы школы Васнецова, писанными на жести и клиросные иконы. После отъезда Храповицких в эмиграцию во Францию усадьба подверглась расхищению и осквернению. В 1921 году в здании дворца был основан лесной институт, преобразованный вскоре в лесной техникум с агрономическим и лесохозяйственными отделениями. Последующее расширение
поселка Муромцево привело к сокращению площади парка в 5 раз с 40 до почти 8 гектар. Пожар 1959 года уничтожил одно из самых красивых зданий – усадебный театр, центр культурной жизни всей округи. Переезд техникума в 1977 году в новое здание решил судьбу главного усадебного дома и прилегающих построек. Они оказались фактически бесхозными и брошенными на разграблении и стали ветшать, постепенно разрушаясь. Два пожара в замке привели к тому, что от внутреннего убранства ничего не осталось. Несмотря на то, что об усадьбе регулярно писали в СМИ, постройки усадьбы пребывали в полузаброшенном состоянии и медленно разрушались. Перспективы комплекса по части восстановления были очень неопределены. Такой я и увидел ее впервые в 2011 году. В мае 2014-го усадьба была передана в оперативное управление Владимира Суздальского музея-заповедника. Усадьбу обследовали инженеры и археологи. После этого началось составление проекта реконструкции. В июне 2019 года в здании бывшего хозяйственного двора открылся визит-центр, где можно на месте заказать экскурсию и узнать о других объектах и мероприятиях Владимира Суздальского музея-заповедника. Отдельно мне хотелось бы отметить построенную обзорную площадку, которая позволяет фантазировать на тему каскадов. Щебеночные дорожки на песчаной основе освещались электричеством. Фонтаны украшали работы скульптора Козлова. Летом из оранжерей высаживались в грунт пальмы, юбки и другие теплолюбивые растения. В планировочной структуре Муромцева главный дом – это завершающий аккорд в симфонии постоянно сменяющихся видов. Гостей обычно привозили к дому с угла, и он раскрывался перед ним в самом динамичном повороте, выбрасывая вверх острые шпили готических завершений, надвигаясь суровой, но изысканной простотой мощного донжона. А далее взгляд скользил по водной глади каскадов и замирал на едва видневшейся вдали за большим озером готической руине.
дом, имеющий довольно экзотический вид для нашей местности, удивлял также нововведениями, еще очень редкими в те времена. В имении была построена телеграфная станция, установлен телефон, проведены водопровод, канализация и электричество. Дворцово-парковый ансамбль, занимающий территорию свыше 40 гектар, сочетал в себе принципы регулярной и пейзажной планировки в архитектурно-ландшафтном устроительстве, а также имевший широкий набор построек, выполненных в едином стиле и предназначенных не только для жилья и отдыха, но и для большой садово-парковой, ремесленно-промышленной и лесохозяйственной деятельности. Всего комплекс насчитывал 72 постройки. В настоящее время в состав усадьбы входят 20 памятников культурного наследия. Сейчас усадьба Муромцева остается одним из наиболее проблемных объектов, сохранение которого требует срочных мер. По легенде, готический замок во Владимирской области был построен наспор. Храповицкий во время путешествия по Франции заключил пари, что выстроит в России замок, который ничем не уступит европейским аналогам. Храповицкие очень многое делали для своих людей. Для них строили дома, мастерские и бесплатные школы. А на сегодня все. Усадьба Храповицкого Муромцева является самой крупной и самой сохранившейся во Владимирской области. Я рекомендую вам ее посещение, и экскурсия Владимира Суздальского музея-заповедника поможет вам не заблудиться и узнать всякие интересные моменты из жизни того или иного здания.